стройматериалы, пятилитровые бутыли с водой и даже блины от гантелей. Во дворе дома по Челюскинцев 23 до сих пор следы беспорядка. В ночь с пятницы на субботу кто-то сбрасывал эти предметы с верхних этажей дома. В результате пострадал припаркованный автомобиль «ВАЗовская десятка». Машины на крышу попали, разбили все. Потом милицию вызвали, милиция приехала. Смотрели, записывали. С какого этажа, непонятно, сбросили. Сотрудники полиции здесь частые гости. Выяснилось, что только за последние полгода бомбардировка автомобилей с верхних этажей здания происходила не менее 3 раз. К примеру, в июле от действий злоумышленника пострадали 2 припаркованные иномарки. Ремонт обошелся их хозяевам в 50 тысяч рублей. Сейчас полиция ведет проверку. Судя по сброшенным с балкона предметам, орудует один и тот же человек. Кто именно, пока неизвестно. Мотивы хулигана автовладельцам непонятны. Свои авто под окнами дома они теперь оставлять не рискуют. Пользуются платной парковкой. Машины просто ночью стояли на стоянке и все. Никому ничего не мешали. Он просто начинает кидать втихую и все. И у нас весь дом на ушах стоит. Все просыпаются от этих звуков. Как стекло, как у нас капот, вот полностью дырка в капоте была, нам пришлось его ремонтировать, и стекло было разбито. Жильцы опасаются, как бы в следующий раз под град из тяжелых предметов не угодил кто-нибудь из людей. Напомним, около месяца назад хозяин с лоджии одной из многоэтажек в микрорайоне Железнодорожный сбросил телевизор, едва не попавший в коляску с ребенком. А весной на проспекте Парковой хулиган угодил тяжелой напольной вазой 1,5-годовалого малыша. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.